отвратительную погоду уже в 80-й раз Россия празднует День физкультурника. Саров не отстает и следует традициям. Здравствуйте, а можно задать пару вопросов? Пожалуйста. Здесь сдают пресс, правильно? Да. А какие нормы, за сколько нужно, сколько сделать? У каждой возрастной группы свои нормативы и нормы. То есть в зависимости от подготовленности человека будут решаться результаты. Таблицы большие, возрастных групп много, поэтому конкретно сказать не могу. Делаете? Шанник, скульптурник, у нас детишки играют в футбол. А, это вы тренер или родитель? Родитель? А какая возрастная категория? Сколько вашему ребенку? 10-й год, а 2008 год. Хоккеисты. А почему именно футбол отдали? Мы в хоккей отдали. Я не знаю, почему футболистов не позвали играть в футбол, а позвали хоккеистов. Ну, я думаю, неплохо все равно выходит. Конечно, все отлично. Погода немножко подвела, а так все здорово. Отлично. Спасибо. Готовы к труду в обороне? Да. Сдавали готово? Вот, сдаю. Сдаете. А зачем? Зачем сдаете? Ну, приказали, вот и сдаю. Справедливо. Вы что хотите? Узнать, что здесь происходит. Юлия Владимировна. Юлия Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. А что здесь происходит? Ой, здесь происходит в рамках Дня физкультурника атомный воркаут. Этот проект реализуется в этом году в городе Сарове и вообще в городах, в закрытых городах Росатома. Это уже третий этап, где наши ребята, городские и саровские, принимают участие в этих соревнованиях. 31 августа будет последний, четвертый этап. И четыре победителя, которые выиграли на всех четырех этапах, поедут на всероссийские соревнования по атомному воркауту в город Глазов. Зачем вы сюда пришли? Мы сюда пришли, чтобы участвовать в веселых семейных стартах. И победить, конечно. Тут же есть победа, да? Нет, не обязательно победить. Главное провести с пользой весело время. А в каком составе ваша команда? Состав, как прописано по положению, 3 человека. Мама, папа и ребенок. Вот и случился юбилейный день физкультурника, 80 раз, между прочим. Несмотря на ужасную погоду, Саров собрался и сдал нормы ГТО. Надеемся, конечно, на это, что он сдал все-таки нормы ГТО. Приходите, друзья, на праздник, занимайтесь спортом.